Я птицу счастья свою отпускаю на юг, теперь сама я пою, теперь сама летаю. О-о-о, у-а-а, е-е, о-о-о. Всем привет, всем привет, всем привет! Вы на канале «Пиратская жизнь». Да, девочки, у меня очень хорошее настроение. Проснулась, счастливая, довольная. Муж меня любит, все хорошо. На улице солнца нету. Да, включила кондиционер утром. Вот это жарко было очень сильно. Вот, сейчас хочу немножечко мордаху свою кремом умаслить. Да, тут что-то как-то умылась и все. Немножечко мы ее. Немножечко мы ее умаслим. Что-то не так сильно стягивала. Слушайте, вот смотрю на себя, пора мне уже, наверное, делать реснички, да? Что-то какие-то на меня бледненькие стали. Уже больше 2 месяцев, наверное, было. Давненько. Завтра пойду подстригусь. Красотка буду. Еще больше, чем есть. Да. Буду, как всегда, облезлая, красивая. Давно что-то не стриглась уже. 1,5 месяца. Корни зарастают просто на ура. Хочу короче. Он так говорит, отрасти там, ля-ля-тополя. Не хочу, нафиг надо. Они у меня вот здесь уже провисают, мне уже нафиг они не нужны. Доели. Хорошо, как с кремом-то. Слушайте, я вот оценила, на самом деле поет. Шикарный крем. Что-то я его как-то засрала поначалу. А потом поняла, что крем обалденно шикарный. Ни одного следа не оставляет. Вот даже для сравнения с тем же самым клиником у меня там был. Это маленький походный. Что-то какой-то халат застрял. Пора стирать, да? Весь в пятнах. А вот, поет клиник. Клиник у меня вот маленький, 72 часа. И что-то как-то, знаете, он такой жирные следы оставляет. Это мне не нравится. Вот, кожа жирная такая. А вот этот вообще следов не оставляет. Шикардос. Но при этом, когда умываешься, пеночка такая жирненькая. Так, девоньки, у меня заканчиваются все вот эти вот штучки. Здесь вообще, кстати, на донышке. Надо идти покупать. Так что сегодня пойдем тратить бабки. Пойдем сегодня тратить бабки. Что у меня здесь? У меня здесь хорошая чинов, кучу кондейчик. Немножечко поддувал. Вот. Потому что дома жарень. Батареи так не отключают. Ой, кипяток, просто кипяток. Что у нас со стройкой? Какие-то вчера здесь трубы были. Такие, знаете, уже ржавые. Походу, они их будут вкладывать. Угу. Вот так вот строят из говна и палок. Где-то трубы поменяли, а нам сюда здесь вот плохие. Вот, те, кто будет жить-то, пускай знают. Я, как говорится, как наблюдатель. Так. Ой, моя красивая плита. Чистота, красота. Когда у меня вот тут работают. Что-то очень тихо. Что-то уже аж его не слышно. Сейчас борщица поедим. Слушайте, прекрасное сегодня настроение. Уже искусала Вована всего с утра. Вот люблю ее иногда, знаете. У меня как у ребенка зубы чешутся. Я то кусаю. Благо у нее складочек, как у ребеночка маленького. Много. Изгрызла бы всего. Говорит, я ему губу повредила. Бывает. Страсть она такая. Нечаянно нагрянет. Ну что, водичка? Сегодня, прикиньте, в 9 утра мне звонит это, доставка воды. Вот, типа водичка, давай заказываем водичку. Слава богу, у меня все уведомления отключены. Я когда спать ложусь, знаете, девочки, я сейчас вот от этого всего информационного шума избавилась. Я отключила все уведомления. Я когда сплю, до меня просто не достучаться, просто не звониться. Я всех посылаю, извините меня, нахрен. Всех абсолютно. Все. Я отключаю, да? У меня только будильник срабатывает, и все. Потому что когда мой сон идет, я не хочу, чтобы меня никто не прерывал. Если я не жду какого-то звонка особого, то зачем мне включать какие-то уведомления? Вот. Поэтому до меня достучаться, дозвониться утром вообще нереально. И, короче, я смотрю сегодня, а звонили, оказывается, это доставка воды. Я такая думаю, сфигали. Они, знаете, как это? Они звонят, типа, вот вы типа давно водичку не заказывали, может вам подвезти? Вопрос. Если я не заказываю, может быть, она мне не нужна.
Уж, наверное, если мне нужна вода именно пить, наверное, я ее буду заказывать, а не так, что вот я сейчас вот не заказываю. Вот это, вы знаете, вот эта навязчивость вот этих вот магазинов, доставок и прочее, ты просто уже достала. Понимаете? Ты просто достала. И они еще звонят-то в 9 утра, вообще охреневшие. Просто охреневшие. Так. Поэтому я сейчас, знаете, я на всех мессенджерах все отключила. Все нафиг. Мне это надо. Вот. До меня иногда достучаться, дозвониться не мог. Да, люди обижаются иногда, но... Знаете, сейчас вот постоянно быть, так сказать, в информационном поле, на самом деле, очень неприятно. Вон, Даше подарили, короче, часы эти вот наручные, которые типа уведомления с телефоном. И вот она постоянно туда-сюда, туда... Блин, какая-то паранойя уже, понимаете, у человека. Как хорошо, что у меня нету ничего этого. Да, конечно, я тоже под... Кстати, вот сейчас посмотрела в голосовом, как раз он про это все рассказал. Болезнь называется ФОМА. Что-то там информационное пространство, что-то там для тополя. В общем, короче, когда люди любят знать, быть в курсе всего, что происходит, да? Ой, какой борщик, смотрите, какой офигенный борщик. Смотрите, какой он бордовый цвет. Вы посмотрите, какой цвет. Просто охрененский, да? Это всего лишь с одной секунды. Вот. И когда люди, понимаете, постоянно вот в этом фоновом пространстве, там где-то низко это... Вот раньше у нас были телефоны, и даже люди, вы знаете, вот созванивались, списывались и так далее, только когда что-то важное было, да? А сейчас постоянно везде все там обсуждается и прочее, прочее, прочее. Честно, знаете, я вот устала. У меня, знаете, у меня очень много знакомых, друзей, в каналы, да, вот эти вот, канал, потому что мне постоянно везде пишут. Я на YouTube вообще уже уведомления ко мне приходят, я не читаю вообще. И все. Потому что если я буду каждые 5 минут туда смотреть, у меня просто башка лопнет. И надо, знаете, вот просто хочется все отключить и просто вот ни на что не реагировать. Просто чтобы не от меня все отстали. Понимаете, я вот такой человек. Да. Может быть, это, конечно, не очень хорошо в пространстве нашего времени. Так что люди хотят там получить там ответ или еще что-то. Но, честно, знаете, вот иногда хочется просто абстрагироваться от всего и ни с кем не разговаривать. Просто вот ни с кем. Иногда, знаете, столько много общения в моей жизни, да, что его хочется ограничить. Мне на самом деле для полного счастья вот моего мужа хватает. Мне нужен вообще никто не нужен. Вообще никто не нужен. Я какая-то, знаете, как аскетичный человек такой стала. Я на самом деле этому рада. Потому что везде, везде всякая информация льется на голову, вот это все. Понимаете, вот это вот. Здесь пообщаться, там в Инстаграм, знаете, я вот в Инстаграм сейчас вот из-за VPN практически редко захожу. Мне там кто-нибудь что-нибудь пишет, я вот, ну не обижайтесь, я не отвечаю долго, потому что я туда редко захожу. Я перестала выкладывать туда всякие посты и прочее. Вот. Если люди хотят меня найти, они меня найдут тут, да? Вот. И на самом деле, честно, я вот устала от всего вот этого пространства, да? Вот если бы я не зарабатывала, мне кажется, на YouTube и на Дзен, я бы, наверное, уже и на Дзен бы и на YouTube бы забила. Потому что я так устала, на самом деле, от этого всего. От всего, от всего, от всего. Надо себя, на самом деле, ограничивать. Как ни крути. Слушай, хороший борщ получился, обалденный. Вот. Вот мы когда были на отдыхе, у меня просто тупо не было времени. То есть проверять все эти мессенджеры, проверять все эти сообщения, комментарии перечитывать и прочее. Знаете, иногда не читала даже новости. Я в один прекрасный момент поняла, что я как-то выпала, я даже как-то, знаете, страх какой-то. Это как это так, я не знаю, что происходит в мире. А на самом деле потом зашла и поняла, что ничего не поменялось. Ничего не изменилось, мир не рухнул. Как говорится, канал не заблокировался, ничего, понимаете. Хейтеры как были, так и есть. Ну да, может быть, пока их не блокируют, они там разгулялись. И все. Но на самом деле они хуже-то мне не сделали. Поэтому, знаете, как-то вот пытаться все успеть, мне кажется, не надо. Потому что на самом деле, пока мы успеваем, вот даже вот это, знаете, перед сном там ложишься или просыпаешься. Вот я проснулась в 10 утра, да? А вот, сейчас время уже 2 часа. Пока туда посмотришь, пока сюда посмотришь, сюда зайдешь, туда. Капец, что происходит? Капец. Надо от этого отучаться. Поэтому ты встаешь уже, ты уже хочешь обедать, ты хочешь кушать.
Хорошо. Я согласна. Боязнь вот этих красных кружочков. Вдруг я пропущу какое-то уведомление. Да и пофигу. И пофигу. Пропущу, пропущу. Я такой человек, знаете, может быть, это не очень хорошо, да? Кто-то там, может, кто-то меня называет плохим другом. Но, честно, знаете, я вот такой человек, что вот иногда хочется просто от всех абстрагироваться. А чем больше мне, так сказать, это идет, то тем больше, как сказать, отвергания этого. Вот. Такие дела. Такие дела. Вчера, кстати, смотрели фильм. Называется «Семья». Сериал. А вот. Фишка в том, что, короче, там, ну, там про семью, у которых там трое детей, вот они там, знаете, там, у каждого там своя жизнь, так далее. Вот. И вот семейная пара, там, молодая, да, и вот там пришел друг одного из, ну, мужа, короче. И вот она ему говорит, надоел он, пускай он идет, так далее. Вот поэтому, кстати говоря, чаще всего бывает, когда происходит ячейка общества, люди отдаляются от каких-то своих друзей, знакомых и так далее. Вот. Но это действительно, если пара счастлива. Просто иногда бывает так, что вот мы, например, с Вовкой, да, он мне и друг, и подруга, и собеседник, и муж, понимаете, он мне все, что надо, все, что требуется, вот, 24/7, да. Ну, как меня иногда спрашивают, как вы можете 24/7? Легко. Вообще. Изи. Понимаете, когда постоянно с человеком общаешься, понимаешь, что тебе не нужно какое-то общение извне. Вот так вот. Поэтому вот некоторые обижают, что я на сообщения не отвечаю и так далее. Но, знаете, когда вот ты, например, кому-нибудь пишешь, и тоже он мне не отвечает, я же не бегу на кого-то обижаться. Мне кажется, так вот не надо делать. Так что, если вдруг я вам не ответила где-нибудь в комментариях, где-нибудь я вам не ответила в каком-нибудь мессенджере или еще чего-нибудь, в каком-нибудь инстаграме. Не надо, пожалуйста, меня обижаться. Вот так. Да, мне там одна девушка в инстаграме писала, вот ты мне типа не ответила, как ты так? Ты не общаешься с своей аудиторией, ты не отвечаешь на комментарии в ютубе, что ты такая вот гадина. Ты плохо ведешь свой канал. Как так можно? Я плохо веду свой канал, офигеть. А может, я не хочу с ней общаться? То, что она на меня подписана, то, что она мне написала комментарий, еще не значит, что я должна бежать и отвечать. Почему? Вот так вот. Нет, есть, конечно, близкие друзья, знакомые, с которыми я постоянно общаюсь, да, то есть хочешь, не хочешь, ты всегда с ними общаешься. Вот. То есть, ну, ты любишь и ценишь их, да, то есть ты стараешься всегда им ответить. Вот. Ну, а есть люди, которые, знаете, которые вот немножко чуть подальше, вот этого ближнего круга, да, вот, и все. То есть личное пространство все равно какое-то оно есть. Оно всегда было, есть и будет. Мне кажется, знаете, личное пространство нужно всегда ценить. Потому что у человека всегда могут быть какие-то дела, какие-то заботы, своя жизнь и прочее. А еще особенно, знаете, когда вот это действительно общения очень много, причем везде, везде тебя дергают, везде с тобой хотят пообщаться. И даже какие-то вот личные друзья, личные какие-то встречи. Да, у меня сейчас не осталось практически никого друзей, вот. Но я понимаю, что все растут, все обзаводятся семьями, все обзаводятся какими-то делами, заботами. Понимаете, вот нет вот этого вот раскрепощенного общения, как это было, там, знаете, когда тебе было 16-17 лет. Нету. Все поменялось, жизнь поменялась у всех. Каждый сейчас живет своей жизнью, по сути. Вот, чайку. И это нормально. А вот эти, вы знаете, вот истории, что там друзья, которые там, сколько там лет, со школы, там, извините, с детского садика, там, туда-сюда. Это резко скатилось, да? Вот, и насчет, кстати, вот уведомлений, действительно. Знаете, вот правильно, вот я согласна с Вилсакомом, что вот если просто не реагировать на все вот эти вот уведомления, да, отключить вообще вот это вот пространство, то, в принципе, будет все нормально. Мир не рухнет. И тебе так легко живется. Просто иногда у меня, знаете, у меня просто голова пухнет, пухнет просто. Вот здесь, там, сям, и пытаешься здесь проконтролировать, там проконтролировать. И ты понимаешь, что просто вот сумасшедший дом. Сумасшедший дом, сумасшедший дом. Сумасшедший дом, 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 дом.
Я тебе не собираюсь вообще покупать эти часы, которые там уведомления и прочее. Нафиг надо. Я не бизнесмен какой-нибудь, чтобы решать какие-нибудь задачи там туда-сюда, постоянно держать руку на пульсе. Это вы знаете, почему я не лезу во всякие вот эти вот не уведомления, а как-то. Короче, игра на бирже. Потому что там, чтобы действительно зарабатывать, ты должен быть 24/7 в курсе событий, которые происходят в мире. И это вообще, это такой геморрой, вы себе просто даже не представляете. Потому что если вдруг ты где-то что-то пропустишь, упустишь, это капец что будет. Это будет капец. Вот так вот. Такие дела. Такие дела. Так. Я лук хотела. Лук хотела. Луку. Что здесь лука такое вообще мало? Надо тогда весело. Что тут? Что тут есть? А? Вот, и вообще, знаете, вот есть такое, что мы постоянно кому-то пытаемся что-то доказать, кому-то чего-то рассказать, быть не хуже других и прочее. Это такая глупость, понимаете? Мы проживаем свою жизнь, и пока мы кому-то чего-то пытаемся доказать, это вот... Нужно, знаете, иметь вот близкий круг, все. Все, а все остальные люди, ну, должны понимать, что кроме них... Так сказать, свет клином не сошелся. Кто вот? На тебе сошелся клином белый свет. Сегодня, говорю, просто девушка одна в Инстаграм написала, говорю, что вот вы мне не ответили на сообщение, какая вы сволочь, какая вы тварь, все, я на вас подписана, а вы мне типа не отвечаете, я такая, иди. И вот я говорю, я сегодня это прям, знаете, вколыхнуло меня, вот. Но мне вообще, конечно, сложно выдержать, я такой человек, вот, ну, специфический, потому что, знаете, иногда вот честно, вот, устаешь от всего. Устаешь. Обижаются на меня. Вот совершенно. Понимаете, странно, что на меня обижаются люди. Причем я с этой девушкой первый раз общалась. Я ее видела первый раз. Она на меня уже обиделась. Представляете? Ну как такое возможно? Я первый раз увидела, она на меня уже обиделась. Оказывается, то, что она на меня подписалась, я это я должна ей чуть ли не другом стать. У меня 56 тысяч подписчиков. С ума сошли. Это только тут. А еще на Дзене. Капец. И обижаться. Ну такое себе. На тебе сошелся. Нет, есть люди, которым я всегда отвечаю. Вот. А есть те, которым, знаете, вот, ну, вот так. Не обижайтесь. Вас много, я одна. На тебе сошелся клином. Белый. Мое внимание еще надо заслужить. Вот так вот. Так, что еще положить-то вкусного? Что у нас еще вкусного есть? А, сметаночка, конечно же, сырочек. Кстати, мы вчера бустурму так распробовали немножко. Вообще ее едят, конечно, с этим, с, ну, как его, с специями, но, честно, нам что-то не очень понравилось со специями, поэтому мы ее будем кушать без специй. На тебе сошелся клином белый. Хотя я сама такой человек, когда я люблю быть в курсе всего. Если мне прям Вован не отвечает, все, капец, вешайся. Я, наверное, эгоистка, да? Я эгоистка. Просто, знаете, вот есть такие люди, которых, в принципе, ну тебе пофигу. А есть такие люди, которых вот ты действительно, ну, вот хочешь постоянно быть в курсе, что происходит, как, куда. Вот таких людей. И у меня было такое, что когда молодой человек один был, вот я тоже ему там названил, наяривал, ты где, 5 минут, опоздание, все. И он меня послал. Он говорит, ты слишком много занимаешь пространства в моей жизни.
Он мне тогда действительно нравился. Сейчас я понимаю, глупость какая. Какая глупость. Та-дам. 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 Ну и глупость, конечно, тоже. Вот, знаете, обижаться на виртуального человека, которого ты просто смотришь. Все. О, бастурма. Все заканчивается. Скоро следующего будем резать. Так, положим маленький сырочка, лучка. У меня сыр-то все никак не доедим. Завтра подстригуся. Сегодня вечером хотим два стрима сделать. Вот, у нас есть стримы, где любой может человек прийти, написать все, что он хочет, мы ответим. И все. А какое-то вот это вот личное, понимаете, это личное. Это личное. Честно, не разорвется блогер на всех. Не надо быть эгоистами. У блогеров тоже своя жизнь есть. Вы думаете, блогеры вот все показывают, все, что происходит? Нет, и у нас тоже много всего происходит, то, что мы не показываем. Белый свет на тебе сошел с клином. Все, сейчас будем чай пить, суп кушать. Борщ, 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 борщ. О, я дурян. О, je ne me rien de rien. Так, сейчас мы порежем. А представляете, как тяжело блогерам, у которых там миллионная аудитория. Я вот смотрю, Стас, как вопрос. У него есть это, Инстаграм. Не Инстаграм, а этот, как его называется-то? Телеграм. Вот. И, короче, у него там вообще комментарии отключены. И все, он их не контролирует, не смотрю вообще, пофиг. Все. Вот так вот. Ну, потому что у него там сколько? Сотни тысяч. Каждый хочет общения. А это тяжело. А что, отключайте уведомления. Кажется, кто надо, тот всегда дозвонится. Вот. Надо, знаете, просто побыть наедине с собой, с тишиной своих мыслей. Вот. Подумать за жизнь. Это так полезно, так хорошо. А все вот эти уведомления, где вам кто-то в интернете ответил, бежать ему скорее отвечать. Вот бедные хейтеры в 7 утра встают, чтобы написать мне гадости. Представляете? Нет бы там на работу куда-то собираться, там жизнь своей жить, завтра готовить любимому мужу. Они бегут скорее писать мне сообщения. Так они еще там такие вот ветки устраивают, то и здесь напишут, там напишут. Бедные люди, как мне вас жалко. У вас же жизни нету. Что, знаете, что обидное? Они вот стараются, стараются, а я их даже не читаю. Вот так вот. Да, кто-то там их такой же прочитал, поставим лайки. Они такие счастливые, что каких-то там 100-200 человек их лайкнуло. Понимаете, их тупой комментарий. Они такие счастливые, они получили признание. Блин, лучше бы вы получали признание в реальной жизни. Чтобы у вас было столько же друзей, знакомых, которые вас поддержат, скажут, что вы молодец. А не вот этот вот тупой высер и такие же такие. Бивис и Батхи мне напоминают. Знаете, вот один пишет, и второй. Вот. Один в один. Так что вот, больше освобождайте себе пространство, живите жизнью и все. Отключайте телефоны и спите спокойно. Все, люблю, всех целую, всем пока-пока.